Приветствую вас. Хочется спросить, плохо для кого? То есть, если плохо, к примеру, для парня, что до, ну, он, наверное, сам может сказать о том, что ему плохо. Если плохо вам, ну, мне кажется, что вас это никак прямо не касается. То есть, если вы опасаетесь, к примеру, что там, ну, что мужчина, например, из-за того, что у него вот нет друзей, там, будет вести себя с вами как-то вот негативно, да, к примеру. То это один вопрос, это один момент, это одна ситуация, если вы боитесь. Тут надо сразу сказать, что, ну, что это реально, что такое действительно может быть, что действительно может быть такое, что из-за того, что у него нет друзей, он будет как-то вот не совсем адекватно реагировать на, ну, каких-то ситуациях не совсем адекватно будет себя вести. Вот, это, да, это может быть, но вряд ли на это прямым образом влияет отсутствие друзей. То есть отсутствие для друзей — это такое же следствие для вас, как и, в общем-то, его поведение. Понимаете? Поэтому я думаю, что плохо или нет, можете определять только вы. Исходя именно из того, если вам вред, если вам какой-то вот ну, негатив. Вот. Понимаете? То есть такая вот история. Такой момент. В принципе, наверное, все, больше ответить ничего нельзя. А если вы считаете, к примеру, что у мужчины допустим, должен быть, ну, должны быть друзья, если вы так считаете, и вам тягостно от того, что у него этих друзей нет, то это уже вопрос к вам. То есть, если вы считаете, что там, ну, к примеру, что друзья должны быть, если вы считаете, что друзья должны быть, то, ну, я имею в виду, если вы считаете, что друзья
должны быть у вашего мужчины. Вот. То в таком случае вам просто, опять же, нельзя находиться с ним в отношениях. Понимаете? Почему? Потому что банально он вам не подходит. Просто банально не подходит вам как человек, как личность. Вот. Все. Понимаете? Вот. Так что здесь такой момент, такая вот история. Смотрите сами, как бы выбирайте сами. Это непонятно, вот почему, да, почему, почему вы, условно говоря, на свой счет берете вот эту историю, эту ситуацию. Почему на свой счет? То есть, друзья, у кого? Друзья у мужчины, друзья мужчины, вы ни при чем. Знаете, какая штука. Если вы считаете, что вас это как-то задевает, то давайте подумаем, как конкретно вас это задевает, что вас задевает и так далее. Вот. Мне вот видится такой момент, по крайней мере. Мне видится. Ну, мне видится такая история. Сейчас определитесь, ну, определитесь для себя, что вам нужно конкретно. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, на этом все. Обращайтесь, если у вас остались дополнительные вопросы. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.